У ефірі програма «Навіна регіону». У студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас і у гэтым выпуску глядзіце. Значны крок, каб павысіць прывабнасць рэгіёна. У Краснаполі адкрыта новая вытворчасць. Усё лепшае сёлетняга фермерскага ўраджаю. 13 гаспадарак з розных раёнаў вобласці цэлы месяц будуць прадаваць у Магілёве сваю прадукцыю. Это первый раз, который я так нормально стреляла. Эмоции чемпионату свету по летнему палеатлону у Магилёве. У Краснополі адкрыта новая вытворчасць. У райцэнтры запрацаваў швейны цэх. Ініцыятыва яго адкрыцця ўзнікла ў межах указа прэзідэнта аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёна Магілёўскай вобласці. Заснавальнікамі новага прадпрыемства выступілі мясцовы жылкамунгаз і адкрытае акцыянернае таварыства «Магатэкс». Новая вытворчасць з назвай «Крастэкс» для Краснапольскага района – другое прамысловае прадпрыемства. Таму яго адкрыццё без перабольшвання – сапраўдная падзея. Тут працаўладкавалі 30 жыхароў района. Для іх гэта перспектывы асабістыя, для Краснапольшчыны ў цэлым – значны крок, каб павысіць прывабнасць рэгіёна. Это все благо, поэтому особенно Краснополье, где избыток трудовых ресурсов, и иногда возникают вопросы у власти, а что вы нам дали для того, где можно было бы работать и устраивать. Только положительно. Конечно, надо, чтобы оно находило дальнейшее распространение, развитие. Это действительно праздник. И сегодня погода, посмотрите. Мы уже соскучились по ней, но она пришла в нужное время к нам, к этой значимой дате, дате для нашего района. Нягледзячы на ўрачыстасць моманту, швачкі не губляюць часу. Ёсць першы заказ ад даволі буйной трыкатажнай кампаніі Беларусі. Працуюць майстрыцы ў памяшканні, якое належыць мясцоваму жылкамунгасу. І гэта яго ўнёсак у справу. У астатнім працу новай вытворчасці забяспечыла прадпрыемства «Магатэкс». Гэта і сучаснае абсталяванне, і тэхналогія, і навучанне швачак. Тым не менш, «Крастэкс» стане набыткам менавіта района. Гэта самастойная юрыдычная асоба. Это не чужое для них, понимаешь? Это не, ну, никто пришел со стороны, что-то там посадил, да, и потом захочет и забрал это дерево и унес там, или поставил вазочку. А это в том числе ответственность местной власти, я думаю, в этом понимании и будет развитие. Наверное, в общем-то, это вот кооперация промышленного предприятия исполкома, где есть понимание, наверное, одной из главных задач успеха таких предприятий. Сярод 30 тых, хто атрымаў працу, 24 швачкі. У некаторых з іх была адпаведная адукацыя, аднак стажыроўку на «Магатэксе» прайшлі ўсе. Сучасныя тэхналогіі патрабуюць і якасці, і хуткасці. Адкрыцця чакалі ўсе з нецярплівасцю. Дагэтуль большая частка жанчын стаяла на ўліку ў службе занятасці. Я бы не знала, што бы делала. Это хорошо, што цэх адкрыўся. І людзям работа, і зарплата, наверное, будзе хорошая. Очень довольна, рада. Мне нравится, меня это устраивает, это мое, потому что я училась швеей в свое время. Швейные могутности зараз «Магатэкс» только нарушивая. Пошивочный цех такой колькостью працовных не обмяжуется. У ближайшие месяцы плануется набрать еще до 10 швачек. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, «Навіна регіёна». У гэтыя выхадныя дні ў Магілёве пачне сваю працу фермерскі кірмаш. Ён будзе працаваць штодня цягам цэлага месяца. Ініцыятарам выступіла вядомая гандлёвая сетка з падтрымкай Саюза фермераў Магілёўскай вобласці і аблвыканкама. Арганізатары абяцаюць, што на кірмашы будзе ўсё лепшае сёлетняга фермерскага ўраджаю. Сваю прадукцыю прадставяць 13 фермерскіх і садаводчых гаспадарак з розных раёнаў Магілёўшчыны. У фермерской господарцы Иванова, сугучной с прозвищами яе засновальников, теперь убирают бульбу. Бульба гэта вядома далеко за межами агрогородка Сидоровича Могилевского района, где фермеры працуют. Тут выращивают новый немецкий гатунок под величной назвой «Королева Ганна». На сегодняшний день где-то урожайность средняя получается на разных участках от 400 до 600 центнеров с гектара. Гладкая, нету глазков, очень довольно-таки удобно чистится. Моется, тот моющийся, поэтому берут розничную пароводу. Фермерская господарка Ивановых, якая існуе уже 25 годов, занимается и іншай гароднины. Яны одни из немногих белорусских фермеров, которые выращивают чеснок у тымлику и на насенне. Цибуля сёлета выросла так само добрая. Этот год хороший для всего. И зерновые хорошие, и картофель, особенно картофель хороший. Ну и лук вы сами посмотрели, наверное, тоже неплохой. Хороший урожай, год хороший.
Ідея фермерского кермаша, який буде працювати місяць, вітають і сільгосвитворці, які хочуть продати свою продукцію, і граджані, які хочуть її набити. Гандльова сітка пропонувала фермерам необхідне обсталювання для заховування і продажу їх товарів у Могильові, а яны будуть разностайні, наприклад, від пчеляров. Брати Сергій і Андрій Давидінки родом з Кричева, але давно стали могильовськими предпримальниками. Пчелярство – їх хобі, для якого брати набили будинок былого ФАПа у вёсці Вендераш. Їх підтримує батько Віктор. Більш за сотню пчелиних сімей і цілком наукова організація. До того, що пчелина матка у кожному вулі пронумерована. І зауважте, що працюють брати Давидінки з димаром, але все ж голими руками. Говорять, що у виніку селекції відбирають незлосних пчел. Вот нашли мы нашу маточку. Вот, вот, она. Вот она. С номерком. Белый номерок. Он аккуратно приклеен к грудке. Конечно, хотелось бы отметить то, что мед – это не лекарство. Мед – это все-таки его нужно употреблять каждый день в качестве, ну, условно, профилактики. То есть ложечку меда каждый день, и это и полезно, и вкусно. То есть это очень хорошее дело. Фермерский кермаш открыется в областном центре на улице Гагарина, каля буйного гандлевого центра. Илона Иванова, Юрий Власов, новини региона. Урачыста клянуся, гэтыя словы прагучалі ад 16 новых супрацоўнікаў управлення следчага камітэта па Магілёўскай вобласці. На мемарыяльным комплексе «Буйніцкае поле» яны прысягнулі на вернасць Рэспубліцы Беларусі і беларускаму народу. Наперадзе ў іх нялёгкія гады службы, ў літаральным сэнсі днём і ноччу. Работа з пацярпілымі ад злачынства і тымі, хто здзейсніў гэтыя злачынствы. Людзі ў пагонах упэўнены, што абралі прафесію следчага усвядомлена і разумеюць, які груз адказнасці на іх ляжыць. В первую очередь это ответственность, поскольку именно от работы следователя зависит судьба человека. В первую очередь мы должны защитить законные права граждан, если их нарушили какими-либо преступными деяниями или чем-либо еще. Ну и еще, наверное, это точность в нашей работе, поскольку именно от точности, от выверенности нашей работы при передаче тех же самых дел в суд зависит многое в решении, принятом по данному делу. У Магілёве ідзе набор слухачоў у IT-лабараторыю. Гэта сумесны праект Магілёўскага агенцтва рэгіянальнага развіцця і Беларуска-Расійскага універсітэта. Асноўная задача лабараторыі – садзейнічаць развіццю ў рэгіёне інфармацыйных тэхналогій. Сумесный проект Могилевского агентства регионального развития и Белорусско-Российского университета другий год поспехово реализуется в областном центре. Курсы IT в БРУ – это кузня техничных кадров для могилевских предприемств. Кроме этого, мы также рассматриваем эту площадку как своего рода профориентацию для школьников, учащихся гимназии, лицеев и так далее, которые потом присматриваются к нашему университету. Но также для всех жителей города Могилева это очень полезная инициатива, потому что человек может продолжать обучение, здесь обучаться и развить свой потенциал. У минулом навучальном годе у IT-лаборатории прошли навучание 20 слухачов, 8 из них на другим, больше складанном узровне. 5 выпускников лаборатории отримали сертификат агентства развития. Как означают кураторы проекта, такий сертификат дает право на распрацовку бизнес-модели у сферы информационных технологий, а так само сопровождение яе на протягу 3 год реализации. В прошлом году, когда изначально мы начали обсуждать вопрос становления и развития IT-сферы в Могилевской области, мы стали обсуждать с парком высоких технологий не просто какой-то разовый момент, разовое какое-то мероприятие, проведение семинара или там проведение каких-то разовых обучающих курсов. Мы стали обсуждать, что необходимо сделать в области для того, чтобы, в принципе, система как таковая стала более эффективной. А еще это выдатный старт для тех, кто собирается усерьез обрать IT-сферу и набыть потребный досвид. Помимо теоретических знаний, они получат практическую задачу, которую они попробуют ее реализовать. Лаборатория обещает помочь тем, кто хотел бы набыть веды у новой сферы и попробовать себе у новой якости. Правда, праца уладкования не обещают никому. А еще в этом году у системы навучания будут унесены невеликие змены. Уникальность в том, что впервые такая лаборатория была организована в нашей области, в Белорусско-Российском университете. Приятно то, что приняли участие практиканты, то есть те, кто работает в сфере IT. Это резиденты парка высоких технологий. В этом году мы не остановились на достигнутом. Мы сейчас, у нас совместный проект реализован в Бобруйске. Мы там проводим обучение учащихся с ориентировкой – это школьное образование. Навучание у IT-лаборатории бесплатное.
бясплатная. Обмежаванняў по ўзросці няма, а слухачом курса можа стаць кожны. Галоўнае, каб было жаданне рэалізаваць свой магілёўскі IT-стартап. Чэмпіянат свету па летняму поліатлону прайшоў у Магілёве. Гэта спаборніцтва, якія аб'ядноўваюць некалькі відаў шматбор'я. Найбольш папулярны від спорту ў Расіі, і дэлегацыя з гэтай краіны склала большую частку ўдзельнікаў. Усяго на першынство свету прыехалі прадстаўнікі амаль 10 краін, нават з Індыі і Намібіі. Бадай самая складаная дысцыпліна апошняга дня спаборніцтваў – бег на трываласць. Удзельнікі былі падзелены на розныя ўзроставыя групы, усяго 11, ад малодшых школьнікаў да ветэранаў. Летні поліатлон – гэта 5 відаў лёгкай атлетыка, сілавая гімнастыка, плаванне, стральба і кідання снарадаў. І хаця гэты від спорту не алімпійскі, у свеці поліатлонам актыўна займаюцца некалькі сот тысяч чалавек. Это первый раз, который я так нормально стреляю, потому что я очень сильно тренируюсь, вот это 2 месяца надо. Так что я рада, что такой результат сегодня. Пенні – адзіная, хто прадстаўляла Намібію на чэмпіянаце свету. Асноўная частка ўдзельнікаў былі расіяне. Менавіта яны перамагалі на большасці дыстанцый. У меня только стрельба более или менее, и вот бег километр. Не лучшая форма просто была, но, скорее всего, буду сейчас улучшать и поеду на чемпионат России, скорее всего. Может быть, что-то там получится взять. Со 180 удельников чемпионату свету 24 представляли Беларусь. Вид спорту, які нагадывая советский спортивный комплекс, популярный и у нас. Гостеприимный Могилев уже принимает нас не первый год. Мы более 10 лет дружим с белорусским, российским университетом. Они нам представляют возможность здесь собираться, выступать сильнейшим поліатлоністам мира. Зараз поліатлоном зацікаўлены ў краінах не толькі былога Савецкага Саюза. Далучаюцца афрыканцы, індусы, фіны. У планах арганізатараў праз год у Магілёве зноў правесці чэмпіянат свету і павялічыць колькасць удзельнікаў. Андрэй Шуляк, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. У кожнага дзіцяці ёсць творчы патэнцыял, трэба толькі дапамагчы раскрыць яго. Дабрачынны фонд дапамогі дзецям з ДЦП і нейраартапедычнымі захворваннямі АДЛІ ладзіць фотоконкурс «Падзяліся цяплом». Удзельнікамі праекту могуць быць сем'і, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, дзіцячыя дамы-інтэрнаты, фонды і грамадскія арганізацыі. Фатаграфіі на любы сюжэт і тэматыку, якія адпавядаюць назве «Падзяліся цяплом», прымаюцца да 15 кастрычніка 2017 года. Конкурс, зразумела, з прызамі, галоўны з якіх паездка ў цэнтр рэабілітацыі адаптыўнай фізкультуры. І галоўнае, да чаго імкнуцца арганізатары, прыцягнуць дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі да творчасці. Імгненне спынілася ў Доме культуры «Фандок» у Бабруйску. Паэт і фотааматар Віктар Бусель прэзентаваў сваё бачанне свету. На адкрыццё выставы прыйшлі сябры і неабыякавыя да прыгожага бабруйчане. Сталяр па прафесіі Віктар Бусель займаецца літаральна ўсім, што яму падабаецца. Разьба па дрэве, чаканка, дэкарацыі. Але адно з галоўных зараз захапленняў – гэта фатаграфія. Прырода, любімыя месцы Бабруйска, непаўторныя моманты жыцця і яркія асобы. Не кожны жылае сфатаграфірвацца или быць замеченым фотоапаратам, поэтому приходится ісці на хітрасць. Как будто фотографирую я что-то там в стороне, а на самом деле я ловлю лицо прекрасной милой девушки или кого-то еще. Фотограф-аматор, як ён сам сабе называе, вучыцца ў прафесіяналаў і сам натхняе сяброў на творчасць. Благодаря Виктору пристрастилась к этому делу, так как он мой большой друг. Он меня много чему научил уже, многие фотографии, которые прошли через мое сердце. Гэта не першы паказ работ для Віктара Бусель. Былі імправізаваныя выставы ў гарадскім парку і творчыя вечарыны ў бібліятэках. Гэтую экспазіцыю дапамаглі арганізаваць сябры. Я, наверное, по-новому полюбила наш город, потому что неповторимая композиция, очень красивые места, кадры, чувства меры. На все смотришь по-новому. 16 верасня у выставачнай залі Бабруйска адкрываецца выстава «Часы года». Віктар Бусель прадставіць свае работы ў сааўтарстве з Надзеждай Акушка. Алена Кутузова, Дмітрий Шаўцоў, навіны рэгіёна з Бабруйска. Усе навіны пра жыццё нашай вобласці на сайте tvrmogilov.by. Ну, а я з вами развітваюся. До сустрэчы.